сегодня изучать я надеюсь закончим четвертую главу послания к ефесянам и этот урок я посвящаю полному исцелению удая бадбраха фвашли маумира у нас сегодня отрывок будет с 17 стиха и до 32 мы поговорим о том что нужно стать новым человеком уже два занятия мы говорили о дарах Святого Духа, о реализации этих даров, о том, какие причины могут стать препятствием для этой реализации, какие помехи могут быть. И мы немножко только затронули тему, как бы для чего это нужно. Для созидания тела Машеха. Вот в последний раз мы об этом поговорили. Дело в том, что созидание тела Мессии всегда начинается с созидания внутреннего человека. И если каждый член общины не работает вот в этом направлении, то остальные не смогут вместо него заполнить и исправить вот те прорехи, те дырки и те слабые места, которые есть внутри самого этого человека. Поэтому сама по себе позиция, вот я такой, и принимайте меня таким, какой я есть, она не совсем правильная. Она правильная с точки зрения второй стороны, но она неправильная, когда сам человек так думает и так двигается на протяжении многих лет. То есть человек должен меняться, он, он обязан просто это делать, иначе не происходит тикуна, иначе не происходит исправления. И естественно, мы понимаем, да, вот мы говорили о строительстве, о, о здании большом. Никто не сносит здание, если в одном месте какой-то кирпич или там блок поврежден. Его вынимают и вставляют новый, ремонтируют только это место. А иногда в самом этом камне, в самом блоке просто ремонтируют вот этот пробой, это отверстие. Вот об этом мы говорим. 17 стиха. «Посему я заклинаю, я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей по причине их невежества и ожесточения сердец». Обращаю внимание на то, что это послание к Ефесянам, то есть это греки, греческая территория. И Греция или Турция, Артур? Эфес это Турция, да? Турция, да. Но в любом случае, вот западный вот этот менталитет, он преобладал, и Эфес, да, это территория Турции, но смотрите, как пишет Рабби Шауль, чтобы вы больше не поступали, как поступают прочие народы. Главная мысль сейчас, которую я хочу передать, это послание не к евреям, это послание к другому народу, который живет в окружении других народов, имеет влияние и имеет культуру, отличную от культуры, которая была создана в Израиле на основании Пятикнижия Моисея, на основании закона Божьего, на основании Торы. Поэтому, конечно же, это не так просто изменить не только свое мировоззрение, но и продолжить жить в очень враждебной среде, которая тебя окружает, потому что думаю, многие из нас это переживали, испытывали, кто-то научился, кто-то закалился в этом, а кто-то наоборот стал более слабым, а может быть ловким, когда мы находимся во враждебной среде вот все против нас и все против нас. Да? Это нелегко, правда, это сложно. И разные люди ведут себя по-разному. Кто-то становится еще более жестким, чем сама среда, отстаивая свои границы, а кто-то наоборот отпускает, отдает, прогибается. И вот Раби Шауль говорит, чтобы этого не происходило. Именно поэтому так важно быть в общине, быть в собрании, быть в кигеле, потому что сообщество верующих людей само по себе усиливает нас, дает возможность опереться на кого-то, почувствовать локоть, не, не локоть, который тебе в солнечное сплетение, знаете, когда локтями толкаются, почувствовать опору, плечо друга. И Он говорит: будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине невежества. По сути, вот Эфес это же просвещенные люди, как бы на то время, на той территории. Араби Шауль говорит, помрачены в разуме, в невежестве находятся. И в чем заключается невежество? В отсутствии заповеди в жизни этих людей. Посмотрите сегодня: мы живем. Вот в тех же условиях, сколько сегодня людей, ученых, образованных, которые разбираются в науках, понимают такие вещи, о которых мы даже не знаем, как это называется. Там технологии, компьютеры, искусственный интеллект, они точно так же находятся в невежестве, потому что занимаясь какими-то узкопрофильными, Науками в этом мире. Полностью не имеют контакта или отсутствует контакт с заповедями. Правило их жизни это эгоизм. Я хочу, мне можно. Но если нельзя, я за деньги куплю и мне будет можно. Фактически ничего не поменялось. Поэтому вот это ожесточение сердец это эгоизм когда человека интересует только он сам. Его не интересует, что вокруг. Может быть, кому-то больно, может быть, кому-то помощь нужна, может быть, кому-то просто нужно сесть, чая попить и пообщаться с кем-то, чтобы сердце излить. Их интересует сам он, своя жизнь, свои планы, работа, карьера, еще что-нибудь. Неважно. То есть у этих людей центр их мироздания он сам, эгоизм. Все должно вращаться вокруг Него. В общине это невозможно. И самое главное невежество, когда человек не знает и отвергает Божий закон, Божьи заповеди. Вот это самая отчаянная форма невежества – Потому что, зная заповеди, внутренний мир человека не позволит ему нарушать их. Тем более, если он работает в этом направлении. А если человек считает, что вот он центр мироздания, ему, конечно, заповеди не нужны. Они ему будут мешать реализовывать себя. То, что он здесь как трава, которая сегодня зеленая, а завтра желтая, он этого не понимает то, что его сама жизнь это ну вот в этот момент будем говорить, да, может он и будет спасен, но в этот момент вот его жизнь она совершенно никчемная, она не приносит пользы, она не созидает вообще этот мир, она берет от него для себя только и все. Мы все питаемся от этого мира чем-то. Но насколько блажение давать, нежели брать? Потому что именно в этом принципе раскрывается образ и подобие Творца. Поэтому когда мы что-то отдаем, жертвуем, мы чувствуем себя выше намного. В сравнении с собой вчерашним даже. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству, так что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Вот обратите внимание, если это сравнить с посланием Кремля, нам первая глава, там, по-моему, 17 стиха отрывок идет, то же самое. То есть люди обезумели. Безумие заключается в удовлетворении плотских желаний, похоти. Все сводится, да, мы видим, к низменным вот этим потребностям, которые, да, заложены Богом в человека, которые в полноте могут быть реализованы в браке, но эти люди предаются распутству. Тут нет другого толкования. Мы знаем все, что такое распутство. Да? Это беспорядочная интимная жизнь. И они это делают с ненасытимостью. Потому что у них все время происходит ошибка. Поэтому нет состояния сытости. Им кажется, что каждый новый партнер принесет ему что-то другое, что-то новое. Люди настолько высушены, выхолощены изнутри, истощены, что вот эта ненасытимость, точно так же, как человек переедает, когда да? наступает момент, когда происходит сбой в организме, мозг не получает сигнал, что он наелся. И люди Люди просто гибнут. С 21 стиха Римлянам 1 глава. «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили». Обратите внимание, познав, то есть люди знают о Боге, есть у них знания, но они отвергают Его, они не хотят в свою жизнь впускать заповеди, и не возблагодарили, но сулетились в умствованиях своих, и омрачилось несмышленное сердце их. Называя себя мудрыми, обезумели». То есть люди, называя себя умными, мудрыми, сошли с ума. Обезумели – это сошли с ума. И сегодня огромное количество вот таких обезумевших людей принимают законы и хотят принимать законы для всех новые. И хотят нам диктовать свою волю. Это ли не безумие? И мы живем в это время, и люди уже воспринимают это как норму, как обычно, как должное. Весь мир превратился в Садом и Гамору. И находятся даже верующие, которые говорят, ты сильно радикальный, надо быть добрее. Правда? То есть вы будете добрее Бога? Хочу я посмотреть на это. Как вы это реализуете? Это безумие в чистом виде. И славу нетленного Бога заменили на образ, подобный тленному человеку. И вот дальше. Они заменили истину Божью ложью. Что это значит? Истина Божья это Тора, это Пятикнижие Моисея. Они заменили это ложью. Свои законы туда. Вот, правила жизни свои, не те, которые Бог дал а свои. Это и есть безумие. И поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Вы знаете, сегодня ведь тоже люди служат твари вместо Творца. Говорят, что красота спасет мир. Описание а говорит, что красота обманчива. Притчи, 31 глава. Спасет мир Машиах, а не красота. Красота увядает. Эти люди врут. Почему? Ими движет похоть. Потому и предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. И сегодня говорят, что это норма вообще, но как бы ничего такого. Вообще никто не удивляется уже. Вы понимаете? Настолько отупело у людей восприятие остроты Божьих заповедей. Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, но ну уже прямее не напишешь, правда? Разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. Мы все знаем, что так жил Рим. А это послание к римлянам. И там в Риме, тогда, в то время, это считалось нормально, обычно. И у греков. А что здесь такое? Ну да. И сегодня людей уже привели вот в это состояние, которое было две 2000 лет назад в, в языческих народах язычников не говоря о том что римское право как закон имеет базовый статус для конституции во всех странах мира который полностью не поддерживает права простого человека человек раб этой системы поэтому у нас у всех есть номера каждый знает номер свой правильно это рабская система. Это все готовит приход Антихриста. Люди не были под номерами. Когда это началось, я не знаю. Но у каждого есть номер паспорта, и все знают свой номер паспорта на память. А сегодня, когда все уже вводят в компьютер, права даже не надо с собой возить. Не надо. Тебя остановили по номеру машины. Фотография твоя, все, все есть. Я возвращаюсь в наше послание, 20 стих. Но вы не так познали Машеха. Но мы другие. Мы не так, как они. Мы познали Машеха. Потому что вы слышали о нем и в нем научились, так как истина в Ешо. Что говорит этот мир? Где истина? Правильно. Брат Михаил, кстати, не пьет вино. Совсем. Мы мессианские пьем, а он мессианский, который не пьет вино. Есть такие, у меня много таких друзей. Да, это их решение, слава Богу. Мир говорит, красота спасет мир, ложь Машех спасет мир. Мир говорит, истина в вине, ложь. Истина тут написана где в Иешуа. И люди привыкли, те, кто не знает заповедей, не знают Писания и не знают еще Машеха, они продолжают верить, что красота спасет мир, а истина в вине. Весь мир утопает в блуде, пьянстве и других пороках. Он говорит, 22 стих, «Отложить прежний образ жизни ветхого человека истлевающего в обольстительных похотях вот все кто э, покаялись и пришли к Богу более чува мы их называем да то есть человек который какой-то промежуток жизни прожил как неверующий а потом стал верующим вот мы понимаем очень хорошо что это значит прежний образ жизни ветхого человека это когда ты живешь для себя когда ты себе все хочешь получить и получить удовольствие самое главное а дальше написано, такой человек истлевает в обольстительных похотях. То есть это не созидает его. Тление – это процесс разрушения. Правильно? Поэтому невозможно строить внутри себя нового человека, если он продолжает истлевать в этих похотях. А значит, он не может быть хорошим камнем, как пишет Петр в своем послании – живым, в домостроительстве Божьем, в созидании тела Машеха как здания, как тела духовного. И Он говорит: а нужно вам обновиться духом ума вашего? Вот об этом обновлении тоже написано в послании к римлянам. Я часто цитирую это место, вообще советую вам тоже выучить на память 12.1.2. Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, предоставьте тела ваши в жертву Богу, живую, святую и благоугодную для разумного служения вашего. Второй стих относится сейчас к нам. «И не сообразуйтесь с веком сиим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Бога, благая, угодная и совершенная». И здесь написано «обновиться духом ума вашего» тот же автор пишет ту же идею и ту же мысль, только на другую территорию. Получается, как в Риме, так и в Эфесе. Равно как в Америке, Белоруссии, Аргентине и Канаде. Это должно работать, и это работает. Людям нужно обновиться духом ума. Дело в том, что ум здесь – это не просто мозг. Вот мозги – это орган. Мозги – это часть тела. Так? А ум – Это то, что в мозгах происходит. В иврите это два разных слова. Мозги – это мох, а ум это Сехель. Так вот, Библия говорит, у нас должен быть Сехель У нас должна быть хорошая соображалка. И это не смекалка, когда человек умеет выходить из разных ситуаций. Это хорошее качество, но Сехель – это способность мыслить на основании Писания. А образование, а скала – это тот же корень, что и Сехель. То есть, Ум надо развивать. Человек должен пользоваться мозгами. Иногда пообщаешься с кем-то, смотришь там, ну вообще, не распечатанный еще мозг в найлоне, знаете, еще в упаковке весь. Надо начинать им пользоваться. И Писание говорит, переодеться, 24 стих, и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости, и святости истины. То есть нам нужно облечься, переодеться в нового человека. И знаете, люди боятся это делать. Им привычно с Ветхим жить. Удобно, уже, уже как бы накатано все. Все все знают. И Он, и тот, который внутри Ветхий, тоже все знает. Они уже давно договорились, им удобно так. А тут надо переодеваться. Неохота. Еще знаете, добавлю немного. Перед тем, как переодеться, хорошо бы помыться, потому что если ты не помылся и переоделся, запах будет тот же. И если помоешься и не переоденешься, то есть оденешь на себя то же самое. Вот поэтому и нужно водное погружение, о котором мы с вами говорили вот в последнее время. Твила нужна. Мы еще об этом будем говорить, потому что это омытие не плотской нечистоты, это обновление, это баня для внутреннего человека, который должен помыться. Поэтому, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему. Это тяжело. Обычно обижаются. Это... Особенно сегодня уже не принято. Люди настолько стали лояльными и ранимыми, чувствительными. Ему даже интонация иногда может навредить, не говоря уже о правде. Правда это вообще-то в любой упаковке не нравится. Я хочу сказать, вот когда даже просто вот обычный простой разговор, ну вот, что-то выяснить надо, о чем-то поговорить. Мои наблюдения, очень много людей, взрослых, взрослых, не умеют разговаривать. То есть ты пытаешься поговорить, отворачивается, глаза отводят, уходит, торопится резко куда-то. Это верующие, даже служители, то есть они этот навык не выработали в себе. Да, это неприятно, но нужно говорить, причем стоять и вот так разговаривать. И получается, даже при попытке в чем-то разобраться, не позволяет вторая сторона этого сделать, оставляя все на додумывание, догадки и предположения, которые в 100% случаев дают человеку негативное направление. Потому что сатан именно это использует. Недомолвки, недоговоренные вещи в диалоге всегда остаются территорией темной, неосвещенной. А там обязательно будет действовать сатан. Особенно в семьях это работает. Муж с женой, некоторые уже так долго вместе живут, никогда и не говорили, как им сейчас теперь начать это делать, непонятно. Ну, как бы прямой разговор открытый. Вот это намного проще оставаться вот в том ветхом положении. И люди не понимают, что это ослабляет семью, ослабляет дом, действует на детей. Поэтому я лично знаю семьи, там, где люди всегда выясняют все от начала и до конца. Это легко. Вернее, это сложно в этот момент. Но потом просто, ты уже знаешь, чего хочет партнер. А? Привести пример? Нет? А что ты испугалась? Ладно. Не клади эту вещь сюда, да, человек кладет. Говорит, не клади. Почему? Ну, мне это мешает. Ладно. Человек взял, убрал. Сразу хорошо, правда? То есть понимание есть. А когда человек не говорит не клади, но всем своим видом показывает, что он недоволен чем-то. А партнер не понимает, что ему не, не так. А он не говорит, ну, должна догадаться же сама. Ну или должен? А? Должен догадаться. Он... Нормально, всегда так было хорошо. Непонятно, что она такая ходит. Уже три года. Недовольная. А, а человек не может сказать, вот не делай так, да, не клади туда или нет не разбрасывая вещи. А есть, ну, как бы договоренности, когда люди переговорили, договорились, и как бы нормально, уже не выясняют отношения. Очень важно научиться вести диалог. А теперь представьте, когда два служителя не могут поговорить, потому что один ведет себя как подросток просто, хотя человеку там 50 лет и руководит там несколькими общинами – а поговорить не не может. Ты ему пытаясь сказать какие-то важные вещи, и видно, как он все отвернулся и ушел. Не хочет даже разговаривать. Не получается. И такое бывает. Поэтому научитесь говорить. Написано: отвергнув ложь, говорите истину. Но это можно сделать только будучи новым человеком, переодетым. Гневаясь, не с...". да, тут написано: потому что мы члены друг другу. В теле есть договоренность. У вас же не бывает так, что вы на работу пришли, а руки забыли дома. Ой, а как теперь хайки крутить. Надо ехать домой. Или проснулся голова в холодильнике. Где голова? Пошел, воды попить. А, тут же вчера оставил, чтобы не пропало. У нас жарко. То есть наши члены всегда при нас. Или голова туда, ноги пошли туда, да, в другое место. Так не бывает, это, это абсурд, но в теле Машеха этот абсурд каждый день реализуется. Нет слаженности, нет договоренности. Потому что мы члены друг другу. Вот почему нужно говорить правду. Попробуйте не стричь ногти на ногах никогда долго. Вот ногти, представьте, такой орган тела, ногти на ногах. Не хотят, чтобы их стригли, это же неприятно, все режут, тебя всю жизнь режут. По-живому. Все, не буду. Все тело начинает страдать. А ногти говорят, а мне моих патли, а мне, вот мне хорошо, я расту, у меня духовный рост, я теперь не такой маленький, теперь мне аж дырки на ботинках уже, на у этого волка, ну погоди, в коньках нам, когда он, знаете, одел. И нормально, ногтям хорошо, хорошо, но всем остальным телу нехорошо. Потому что мы должны друг друга понимать, служить и обрезать какие-то вещи от себя. Тогда будет толк. И будет реализация. Обратите внимание, мы говорим о зрелости о взрослом состоянии в теле. Младенец или состояние младенца, о котором было в прошлый раз речь, не понимает этого еще. Он думает, дары самое главное, дары – это все. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем. И не давайте место дьяволу. Если убрать 27 цифру, и прочитать вместе, как сплошной текст, как письмо писалось, «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте место дьяволу». Становится понятным, что речь идет не только о том, что надо уладить отношения до захода солнца. Это стандартное толкование, вот как правило. Пока день не кончился, до захода солнца надо помириться. Слушай, а если он сел в самолет и улетел, как он до захода солнца? И связи нету, да? Ну, можно по Иеремии три тройки. Номер телефона, если кто не в курсе, как звонить на небо. Книга пророк Еремии, три тройки. Набираете? Вас зову к тебе, и ты услышишь. Но иногда даже это не работает. Не у всех, но у некоторых. Здесь речь идет о том, что когда человек гневается, он впадает в состояние аффекта. То есть эмоции накрывают, и человек теряет над собой контроль, погружаясь тем самым во тьму. Иногда люди говорят, я не помню, чтобы я это делал. То есть он настолько сильно пережил эмоциональный всплеск, что в памяти это не отразилось. Даже без воздействия на организм дополнительных химических веществ каких-то. Поэтому иногда человек в гневе может натворить очень плохие дела, беду сделать, непоправимое, потому что эмоции взяли вверх и накрыли его, как тьма египетская. Тьма осязаемая. Выйдя из этой тьмы, Он потом говорит: Я не помню, я, не, я себя не контролировал. Так вот этот стих говорит: да не зайдет Солнце в гневе вашем. Солнце это источник света. Речь идет о том, что когда мы гневаемся, мы должны продолжать оставаться на освещенной территории, держа под контролем свои эмоции. Насколько бы сильно они нас не захватывали, мы не должны погрузиться в тьму и не давать место дьяволу, потому что темнота – это любимая территория сатаны. Это его вотчина. И если человек туда проваливается, он попадает в лапы дьявола, поэтому и не помнит, что творил. И вот этот самоконтроль, кстати, самоконтроль не только в этой области же должен быть. Вот мы изучая все писания, понимаем, самоконтроль должен быть во всем, в еде, в питье, в работе, даже в том, что со знаком плюс. И, конечно же, эмоции. И дальше текст идет об эмоциях. Кто крал, в предник роди? а лучше труди, сделая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Воровство, грабежи, многие люди, для них это источник дохода. Для некоторых профессия даже. Но вот я лично, лично был знаком с людьми, которые этим жили, воровством. Покаявшись и примирившись с Богом, не только воровство, там и бандитизм был, и все. Ну, как, как обычно это целый букет, знаете, это не бывает просто так. Среда обитания такая. И вот человек покаялся и идет сразу на работу. Вот родился свыше, да, сегодня. А завтра уже буквально идет на работу, потому что он понимает, я дальше жить так не могу. Я лично знаю таких людей, которые пережив рождение свыше вечером на богослужении, утром на следующий день пошел и работал уже своими руками. А до этого иномарки, дубленки, стрелки. В общем, полный набор из 90-х. Оружие и так далее. Это рождение свыше меняет человека мгновенно – да, у него потом есть какой-то промежуток, когда ему нужно перестроить, все сделать и так далее. Но этот стих, я его ну, реально знаю вот в жизни. Я вижу, моя жена кивает головой, она тоже понимает, о чем это. Правда? Да. А лучше трудись. Ну, конечно, хорошо трудиться. Понимаешь, что некоторые скажут, слушай, ну сейфы, когда вскрываешь, тоже трудишься, потеешь, сверлишь, там, знаешь, сталь хорошая, сварочный аппарат нужен, там, автоген и все такое. Но не об этом же речь. Мы же понимаем, да, чтобы уделять из заработанного другим людям. Никакое гневое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы не доставляло дабы оно доставляло благодать слушающим. Вот. Поэтому жаргон и всякого рода вот эти вещи, они не должны присутствовать в нашей жизни. Не должны. И речь даже не только о ругательствах идет. Ну вот, я имею в виду нецензурная брань. Вот я лично знаком с одним братом, который после того, как покаялся, там даже через полгода еще, выйдя и свидетельствуя в микрофон, говоря на русском языке ни одного нецензурного слова, переводчики не могли перевести корейским братьям, что он имеет в виду. Потому что это был сплошной жаргон. То есть слова, каждое слово же имеет смысл свой. Это как русская речь, только другие ее не понимают. Кто-то сказал что-то. Нет? Да. Не хочу это слово употреблять, но, наверное, надо. Это называется феня. Да. Говорят, что идет от еврита, от еврейского. Ну, вы все поняли. Я почему сейчас привожу этот пример? Помните, место встречи изменить нельзя? Помните, там Вася Векшин был, его в первой серии убивают. И он Шарапова спрашивает, по фене ботаешь? Помните это? Да. Почему это слово «по фене ботаешь»? Еврит – это «офен битуй», Согласитесь, созвучно, правда? «Офин биту это определенный способ выражаться или общаться с людьми. Это оффенбетуэ называется на иврите. Ботать по фене – это оффенбетуэ фактически. Да, это речь, но ее понимают только узкий круг людей. И были словари. Мало кто этого знает. Да, у моей жены ее дядя, дядя Саша. В каком он звании был? Не помнят. Примерно там подполковник, наверное. МВД. Он. Дома у них был двухтомник. Два тома, две вот такие книжки толстых, написано для служебного пользования. Понятно? И там русский на русском, но это феня, которая переводится на русский язык. Два тома вот таких. Поэтому люди, которые владели такой речью, говоря по-русски, имели в виду что-то другое. Поэтому связи никакой переводу не подлежит на иностранные языки. Думаю, в любом языке это есть. Так вот, этого не должно тоже быть в жизни человека, я к этому веду, не говоря, не говоря о каких-то нецензурных словах. Это об этом вообще даже говорить нельзя. Не течет из одного источника горькая и сладкая вода. А только для назидания, доброе. И не оскорбляйте Святого Духа, которым вы запечатлены в день искупления. Я слышал, кстати, свидетельства некоторых людей, которые ведут тюремное служение. Ну вот там, я имею в виду, в бывших странах СССР. Да? Они приезжая в тюрьмы и проповедуя, говорили на, вот так, как я сейчас на обычном простом языке, не пользуясь жаргоном, не пользуясь этой речью. Почему сами заключенные говорили? Они говорят, мы и так мы в этом всем варимся. Мы хотим услышать, нас не надо этим пытаться удивить или как-то купить типа ты свой. Это не нужно. Поэтому при любом вот, подходе к этому вопросу для верующего человека полезно очищать свою речь. А сегодня, сегодня слушая те или иные проповеди там, в интернете, смотрит человек, он вообще не из этого цеха. Но он там, там не там какие-то слова вставляет, может, сам не до конца понимает, о чем это и что это. Ну, типа показать, что он что-то знает. Вот этого не надо делать. Речь должна быть чистой чтобы была благодать. И не оскорблять вот этими вещами Духа Святого, которым мы запечатлены. Почему? Потому что среда общения верующих и та среда общения, об этом можно, кстати, много говорить и отдельно, наверное, потому что вот уголовный мир, он весь построен очень похоже. Принципы берутся из Библии. Коммунисты брали принципы из Библии. Все хотят отсюда что-то взять, но по-своему перекроить и построить свое общество, братство и так далее. Огромное количество вот этих понятий находится в Писании. Но это будет оскорблять Святого Духа, потому что там Дух не святой же, правда? А здесь Святой Дух. Поэтому все должно быть подчинено Духу Святому, а не этому миру. И не надо смешивать. Мир с общиной. И когда говорят, что вот неверующий придет, и он должен себя здесь почувствовать как дома, это такая ересь. Неверующий, когда входит в собрание, он должен себя чувствовать как карась на сковородке. Иначе как он покается? Как он покается, если тут все как там, одно и то же? Одежда, одежда. Пирсинг, там шоугон, я не знаю, речь вот это, знаете, жаргон. А в чем тогда разница? Нельзя оскорблять Святого Духа этими вещами. И если когда-то ты воровал, и когда-то это было в твоей жизни, там, это в нашем сегодняшнем тексте. Это должно умереть, а ты должен переодеться в нового человека. Перед этим помыться надо. всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякую злобою да будут удалены от вас. Речь идет об эмоциях, но, как я сказал, вообще есть такое понимание, что гнев... Я чуть больше сегодня возьму времени, хочу закончить этот стих, кусочек этот. Когда люди говорят, что вот нельзя гневаться, подождите, но это же Бог вложил в человека эту эмоцию, правда? Так же, как любить, радоваться, злиться, смеяться. Другое дело, что это все должно быть контролируемо и не превышать границы дозволенного. Поэтому злобы не должно быть. Гнев бывает праведный, бывает неправедный. И гнев, еще раз повторю, это набор внутри человека. Которые всегда есть. Просто есть люди, которые выплескивают это наружу, есть те, которые внутри все переживают. Те, которые все переживают внутри, внешне кажется что человек совершенно спокойный. Такие люди часто подвержены меланхолии и депрессиям. Откуда депрессия? Потому что все внутри происходит, он сжигается внутри себя там. Те, которые, знаете как, на скороварке клапан сорвало и пар такой. «пфф». Все, давление упало, все нормально. Процесс кипения проходит уже спокойно, мягко побулькивая. У них не бывает депрессии у таких людей. И тем и другим нужно работать. Надо учиться управлять. Есть, кстати, я не знаю, в Израиле есть такое управлять гневом. Я просто знаю, в Америке есть. Но лучше самому научиться. Курсы, есть такие курсы <laughs> управления гневом. Разными. Есть такое, да? Есть. Хорошо. Не знаю, это хорошо или плохо, но есть. Наверное, смотря для кого. Все в этом мире относительно. В общем, ярость. Вот, кстати, ярость. Мы же читаем стихи, когда Машех... Пророк говорит устами, пророка говорит Машех, да, и ярость моя помогла мне ну, врагов победить. А так подожди, и у Бога получается есть ярость, и у Машеха она есть. Но мы тоже наделены такими вещами. Поэтому тоже отдельный большой раздел, но ярость, гнев, любая эмоция, ее можно направить на служение Творцу. Почему? В эмоциях есть сила. Греческое слово «энергия» в эмоциях. Так вот, если это топливо сжигать правильно и направлять правильно, высвобождаемую энергию от сжигания этого топлива, будет польза. Это вот ецертов и ецерара. И ЦРА тоже может служить Богу. И должен служить Богу. Его надо подчинить и научиться управлять этим. Вот это как раз об этом. Это чисто вот такое вот иудейский биту, иудейское понятие, о котором мы сейчас говорим. Управление яростью, гневом и так далее. Крик там, злоречие. Ну, крик там, если кто-то тонет, и ты закричал, понятно, что нормально все. А иногда не слышит человек, надо крикнуть. Тоже нормально. Мы говорим об управлении этими эмоциями в дозволенных Библией и заповедями границах. Поэтому есть обочины как в одну сторону, так и в другую. А нам нужно быть прямо на дороге, а не на обочине. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга как и Бог в Машехе простил вас. Ну вот это прощение, хочется, чтобы услышали многие, прощайте друг друга, да? Как правило, служителям не прощают ничего. Как правило. То есть он как сапер, ошибается один раз. Ну так вот многие понимают это. Вот этого тоже быть не должно. Мы все живые люди. Об этом много говорили, не хочу тратить на это время. Народ Божий, пусть Бог благословит нас. Давайте станем новыми людьми. Конечно, вы уже все давно ими стали. Я знаю. Я тоже стараюсь. Но вот как-то вместе будем. Пусть Бог поможет нам. Амен. Помолимся. Небесный Отец, мы благодарим Тебя и славим за мир, за устройство, за благодать, за общину Твою. И мы просим Тебя, благослови Израиль, даруй нам победу и усмири врагов наших, Господи. Благодарим Тебя за то, что Ты и Твоя рука поддерживает нас и помогает нам ради избранного остатка. И мы молим Тебя, Господь, помоги нам быть новым человеком, новыми людьми. Благослови нас, чтобы, живя на этой земле, мы могли служить людям и этому миру, неся в него свет и Евангелие Ишуа Машеха. Да будет имя Твое благословенно, во имя Ишуа. Аминь.